Всем привет, я в магазине Fix Price, город Орск, на Линкоме. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Смотрите, какая у нас новинка. Вышиваю по дереву. Увлекает, развивает, обучает. Мой размер 11 на 14 сантиметров. Щенок. В набор входят нитки два цвета, заготовка и игла деревянная. Вот смотрите, первый, второй и третий шаг. И какие бывают. У нас вот здесь еще котики есть. Вот здесь немножко побольше. 12 на 14 сантиметров. Здесь у нас 15 на 10. А бабочка. Так, это слон. Ценник я не вижу. Это что такое? Какой-то колокольчик. Аксессуар для тушения горящей свечи. Без брызг и гари. Ага, колпачок такой. А фильмы раньше такие показывали, да? Про Шерлока Холмса, по-моему. Там вот ходила, тушила вот такими свечи. Другого цвета. Да, немножко другого. 199 рублей такой аксессуар стоит. Какие шахматы огромные, да? Вот моя рука больше моей ладони. 249 рублей, по-моему, стоит. О, какие. А это не шахматы, может быть? Может быть, это под свечу? А то я сейчас наговорю. Подсвечник. Подсвечники. Простите. Вот эти спонжики очень хорошие. Они такие как бы безлатексные и очень мягенькие. Вот присмотритесь к ним. Они похожи прям как на настоящие фирменные корейские спонжи. Неплохие. 149 рублей. Контейнеры косметические есть побольше и поменьше. Литраж 30 мл и 50 мл. Опять новый органайзер. Вот такой. Незатейливый. 99 рублей всего стоит. Ну, мне кажется, низенький, как вот для помад. Может, и ничего, а для кистей. Здесь, вот видите, нарисованы кисти. Ну, как здесь кистью держится? Никак же, конечно. Ну, здесь вот такой. Шкатулочкой 149. Ну, остальные мы все видели. О, что это такое? Целый отряд стоит. Минерал алут. Алунит. Минерал алунит. Ага, это антипреспирант мужской. 199 рублей. 20% бесплатно. И вот еще какой невидимый. Видимый и невидимый. А еще я вам предлагаю присмотреться вот к этому шампуню. Мягкий шампунь и шампунь с маслом эвкалипта. Смотрите, он какой. Хоть прям сейчас бери. Я вот сейчас не домой, но вот прям не знаю. Вообще-то, может быть, я еще куда-то зайду. Такой ажиотаж сейчас с этим шампунем идет. Он очень похож, ну, по крайней мере, флаконом, надписями все, на какой-то супер знаменитый шампунь корейский. И здесь очень хороший состав. Это кератин, коллаген и масло эвкалипта. Эффективно очищает, предотвращает жирность у корней и увлажняет кожу головы. У меня вот, допустим, сухие волосы, он мне, наверное, не подойдет, и то я его хочу. Сейчас посмотрим, какой еще есть. Присмотритесь, моет прекрасно, волосы такие пушистые и объемные после этого шампуня. Вы меня очень часто спрашиваете, какой шампунь купить. 250 мл и всего 79 рублей стоит. Так, про этот я не знаю, деликатно очищает, подходит для ежедневного применения и ухаживает за волосами. Тоже как бы хороший, масло макадамия, экстракт ромашки. Видимо, тоже хороший, и осталось здесь не очень много. Можно взять и такой, и такой. А этот можно взять мне, только потом пользоваться этим кондиционером просто. Классный. Ну и еще хороший, конечно, здесь бренд «Чистая линия». Гиалурон и алоэ вера. Шампунь ультра увлажнения для эластичных и блестящих волос.
с ухаживающей сывороткой. Тоже неплохой, тоже присмотритесь, хороший. Про этот ничего не могу сказать, 7 трав. Еще был, знаете, какой шампунь 2 в одном. И стоит 149. Здесь побольше миллилитров, чем в том первом. Шампунь плюс кондиционер. От бренда Nivea 2 в одном. Экспресс уход. Мягкий шампунь плюс бальзам. Деликатное очищение и легкое расчесывание для всех типов волос. 149 рублей за 250 миллилитров. А это гель, уход для душа, нежность и забота для чувствительной кожи с экстрактом ромашки. 25% бесплатно, большой флакон, а вот ценника нет. А нет, 299 рублей. Вот еще один гель, уход для душа, крем и абрикос с маслом абрикосовых косточек, невероятно нежная кожа. 750 миллилитров за 299 рублей. А вот еще бальзамы. Протеин и кератин. 470 миллилитров за 99 рублей. А это гель для душа. Лимон и ваниль. Пион и алоэ. 400 миллилитров 99 рублей. Так, это шампунь, шафран. Этого же бренда, 400 миллилитров 64 рубля. Это по карте, без карты 79. Что у нас нового в посуде? Такие кружки, по-моему, я уже показывала. Капучино 149 рублей. Неплохо смотрится. 350 миллилитров. Разные надписи. Много, да, всяких надписей. И выполнено из керамики. А крышка, дуршлаг для кастрюли. Все смотрю, смотрю, как будто хочу купить. Сливная крышка, дуршлаг для кастрюли. Диаметр 220 миллиметров на 240. Наш российский бренд Архимед. Вот еще одна расцветка. Очень дешево. Кстати, брала вот такой ударитель косточек. Вообще совершенно никому не советую. Вообще ничего не давит. Намучились, бросили и руками выдавили все. Смотрите, какая подвесная корзина у нас появилась. Видите, с одного края этой стенки нет. Подвешиваешь, и можно вовнутрь что-то складывать. Как интересно. 110 на 260 и 290 в длину. Подходит для гардероба, для ванной комнаты, для кухни. Такие салазки, смотрите, идут. На присосках. И, наверное, еще, может быть, фиксируются как-то. Вот сюда присоски вставляются. И, наверное, в высоте еще фиксируются. Ну, хорошенькая так. Только ценника нет. Появились нитки малюне. Школьный набор, нитки для вышивания, 100% хлопок. Вот эти какие яркие. Все цвета есть. Сходила на кассу, спросила, стоит 149 рублей. Как бы и не совсем-то и дешево. Россия, Санкт-Петербург изготовили. Вот такие тетрадки интересные. Тетрадь общая в клетку, 48 листов. Она такая, знаете, как будто резиновая, что ли. Мягкая-мягкая, бархатная. Больно мне привлекли расцветки. Вот видите, какие яркие. Ну, по крайней мере, здесь написано 29,50, а там не знаю. У них может быть и написано одно, а потом оказаться, что это совсем другое. Бархатные тетрадки классные. Ну так, да, правильно. Вот 59 рублей стоит. Это, наверное, вот это стоило 29,50. А это стоит вот так 59 рублей. Вот мои покупки. Так, вот это, по-моему, 99. Профессиональный уход, репейник. День и ночь, несмываемый, против выпадения. Питает, укрепляет корни, усиляет рост волос. Так,
что здесь я взяла? Вот этот шампунь взяла, но взяла не с эвкалиптом. Все-таки я подумала, что у меня очень сухие волосы, зачем мне? Да? Так, что еще взяла? Крем универсальный пантенол. Смягчает, успокаивает, восстанавливает, улучшает шелушение, устраняет улучшение. Так, и взяла вот такие конфетки. Типа коровка. Натуральный продукт. Пантенол, не помню уже сколько стоит. Ну вот такие у меня покупочки получились. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.